Пане Качура, Олександр Качура, з нами нардеп від «Слуг народу». Пане Олександре, як ви оцінюєте поточну ситуацію, яка склалася на кордоні? Як ви оцінюєте політичну ситуацію, яка склалася, зокрема, в рамках Україна, Росія, Німеччина, Франція? І ну, найголовніше запитання, що потрібно зробити, щоб це вирішити? Знаете, во-первых, хотелось бы сказать то, что не нужно украинским политикам никому бояться врага называть врагом. Потому что если это враг, это если Россия аннексировала территорию Украины, надо об этом открыто говорить. Потому что наша консолидированная позиция каждой политической партии приведет в дальнейшем к миру. Если у нас внутри происходит какая-то разногласия, мы не можем называть страну агрессором, либо кто-то называет, кто-то говорит по ту сторону какую-то линию разграничения, не называет своими словами и своими именами то, что происходит, это неправильно. То, что происходит, это шантаж России всего мирового сообщества, потому что они хотят, чтобы, знаете, задрожали коленки, что она так страшно стала, и они тогда, диктуя свои условия, они добились этого, и мы пошли на какие-то компромиссы, которые на самом деле компромиссы не являются. По поводу Минских соглашений хотелось бы сказать, здесь, наверное, нужно такой пример очень простой навести. Вот у нас есть квартира. Одну из комнат заняли бандиты. Конечно же, мы хотим вернуть эту комнату, там, где сейчас проживают бандиты, чтобы наша семья жила. Но в этих договоренностях прописано то, что в этой комнате она-то станет вашей, но там останутся жить чужие люди, бандиты. Поэтому вы идите на эти все соглашения, договаривайтесь, но все останется так, как и было фактически. Поэтому однозначно Минские соглашения нужно выполнять, но они не являются догмой. Их нужно изменять. Сначала безопасность, сначала границы под контроль, и потом только выборы. Те договоренности, которые были, они были ошибочными. Мне кажется, Петр Алексеевич понес свое наказание, наверное, политическое. Мне кажется, нужно и юридическую оценку тем всем процессам дать. Нам потрібні нові домовленості. По поводу нормандского формата, по поводу Александр, того, что сейчас происходит. Подписал Зеленский этот коммюнике. Главнокомандующий Украины. Знаете, в нормандском формате были договоренности. О чем можно говорить, если не выполняются гуманитарные вопросы? Зеленский подписал в Париже коммюнике. Можно, пожалуйста? Да, так я об этом говорю. Подписал. Там есть первые пункты гуманитарные. Это вопрос Красного Креста допуска военнопленным. Не допускает Россия. Это вопрос построительства новых контрольно-пропускных пунктов. Россия не выполняет. Мне кажется, лично это моя такая оценка, то, что происходит. Так это можно так охарактеризовать. Россия сейчас создает видимость, вот, как говорят, бряскание оружием на границе с Украиной, потому что видит, что Украина продвигается в вопросе мира, но следующим вопросом будет Крым, возврат Крыма. И Россия делает все для того, чтобы сорвать мирный процесс. И мы, кстати, видели недавно вот перехват пленок, когда четко дают указания из Российской Федерации, четко дают указания бить по так называемым всем республикам ДНРовцам по своим позициям, для того, чтобы создать провокацию и картинку для мира, но Украина не поддается на эти провокации. Да.